Мерсин – это перспективный город, друзья. Мерсин – это где есть широкий, длинный, песчаный пляж, ровный пляж, друзья. Мерсин – это где есть самый большой порт, второй порт в Турции. Мерсин – это где нет землетрясения, друзья, поэтому здесь разрешают высокие этажи построить, друзья. Мерсин – это моя родина, друзья. Всем добро пожаловать в город Мерсин, друзья. Здесь тоже есть 300 дней солнца. Здесь тоже растет 187 видов овощей, фруктов. Здесь тоже экология чистая. Это такой город, очень разнообразный город, друзья. Промышленный город, еще туристический город, друзья. Особенно последние 2 года Мерсин с вами, друзья. Так что с вами компания Arbatoms, ваш человек в Турции. И всем хочу сказать, друзья, если вы только что собираетесь зарубежную недвижимость купить, друзья, если вы еще не разбирались, если еще не знаете, если еще сомневаетесь, где можно купить, выбирайте только город Мерсин и либо город Алания, друзья, и страна Турция. Страна Турция – это демократическая страна и современная страна, самый главный, друзья, безопасная страна, экономика растет, друзья. Поэтому теперь решили, как-то если вы хотите получить через турецкий недвижимость, турецкое гражданство, теперь раньше было за 250 тысяч долларов, теперь за 400 тысяч долларов, друзья. Теперь вот такой закон вышел, за 400 тысяч долларов можно купить недвижимость и можно потом получить турецкое гражданство. Я думаю, что потом еще дороже будет, потом еще после 2023 году не будет такой закон. Это пока для экономики Турции. Короче, друзья, всем хочу сказать, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписывайтесь и поделитесь наши видеоролики своими друзьями, чтобы каждый день изучать, узнавать, что происходит в Турции, какой город Алани и Мерсин, друзья, и можете вот это жизнь наблюдать через наш канал YouTube, поэтому нужно просто вам подписываться. Между прочим, мы скоро будем в Узбекистане, если оттуда кто-то нас смотрит, друзья, можете с нами встретиться из Ташкента, из Самарканда, кто нас смотрит, друзья, нужно просто записываться для индивидуальной встречи. Короче, друзья, сейчас мы где с вами находимся? С вами находимся район Тюмень, начале район Тюмень, если из центра Мерсина переедете, это начале. Просто район Тюмень – это самый широкий, длинный район в Мерсине, друзья. Поэтому начале – это отсюда буквально 10-15 минут ехать до центра Мерсина, друзья. Хочу сегодня с вами поделиться на стадии стройка. Вот это наш любимый проект, хороший проект, который уже вид на море с втором этаже. Мы сейчас в третьем этаже находимся. Стройка идет очень активно. 75 квадратный метр, 1+1, балкон достаточно большой. Аппарат еще параллельно. Покажи, пожалуйста, на втором этаже есть уже планировка. Видно, что переставление было у вас. Еще очень мне нравится здесь. Здесь есть подземный парковка, да, по-русски, гараж, короче, гараж есть. Здесь гараж тоже есть, и богатая инфраструктура есть, парковочное место есть, открытый бассейн есть, баскетбольная площадка есть, детская игровая площадка, место барбекю, беседка, и впереди открыто, впереди никакой стройка не будет, потому что там магазины есть, маленькие дома есть, поэтому вот этот вид, как есть, все это так будет у вас. Очень хорошо вид на Средиземное море. Это третий этаж. Чем выше, чем лучше еще вид, друзья.
Есть еще, конечно, как всегда, беспроцентная рассрочка. Если вам интересен план оплаты, как можно оплачивать, мы вам это скажем индивидуально, друзья, через Viber, WhatsApp и Telegram. И пляж очень хороший здесь, очень длинный, широкий парк есть. И 200 метров от моря недалеко, 200 метров. Может быть, оператор еще поедем, продолжаем на пляже и посмотрим, какой пляж именно вот это место. Поехали! В самом деле, друзья, где море, где солнце, где натуральные свежие овощи, фрукты, там жизнь совсем по-другому. Действительно, я здесь себе совсем по-другому чувствую именно в городе Мерсине. Это не только я, столько много людей сюда приезжают, я с ними общаюсь, они очень довольны. Очень довольны не только город Мерсин, для здоровья хорошо, еще здесь намного низкая цена недвижимости, друзья. Доступная недвижимость здесь пока. Конечно, как-то в 2023 году, в конце 2023 году открывается аэропорт, цена совсем другой будет, друзья. Здесь развитие идет очень быстро. Здесь самый быстро развивающий город возле Средиземного моря. Сейчас в данный момент рост цена очень быстро идет, друзья, недвижимость. Так что, поэтому, как местный человек, как турок, я вам рекомендую именно еще город Мерсин, друзья. Интересный город, перспективный, самый главный. Здесь есть университет, здесь есть частные и государственные больницы много. Здесь есть частные и государственные школы много, друзья. И очень богатые еще исторические места есть. Просто интересный город. Так что, друзья, сегодня мы с вами смотрели это проект, который отсюда буквально 200 метров, и сразу пляж, здесь чистое море, огромный большой широкий парк, друзья, действительно, очень большой парк. Вот эта дорога, отсюда машина не едет, летом здесь, вечером ярмарка, друзья, домашние сувениры продаются здесь, турецкие люди. И очень такой красивый, хороший домашний вещи продаются здесь. И очень много турки тоже здесь живут, потому что раньше как-то здесь иностранцы не были. Из других городов, где море, где пляжа нету, из Кайсери, из Стамбула, из Анкара, из Кони сюда приехали турки, здесь отдыхали. Это все их дача, друзья, турецкие дача. Конечно, теперь русскоязычные люди тоже уже приезжают, разрешили купить здесь недвижимость, поэтому очень много людей, иностранцы сюда приезжают, друзья. Если у вас какой-то информации не хватает, как можно купить недвижимость здесь, друзья, как ваш человек в Турции, я всегда с вами на связи. Это проект, инвестиционный проект, друзья, 1+1 и угловые 2+1 на продаже сейчас есть, мало осталось. Очень интересно, что в этом проекте, друзья, гараж тоже есть, везде невозможно найти. Еще есть бассейн, баскетбольная площадка, так далее, так далее. Короче, я всегда с вами на связи, друзья. Если какая-то информация вам нужна именно из Турции, из Мерсина, из солнечной страны, из Турции, всем большой привет, друзья. Ташкент и Самарканд, Узбекистан, не забывайте. Очень скоро мы там для индивидуальной встречи можете записываться. Под видео есть мои контакты. Я вас очень люблю и уважаю. Всем пока-пока.